где пополнить Амазовый Free Fire, сайт donato.net тебе в этом поможет. Здесь ты можешь приобрести любое количество алмазов по самым низким ценам. Алмазы приходят максимально быстро, и не нужно ждать часами, чтобы вам пришли алмазы на аккаунт. Помимо Free Fire, вы также можете донатить и в другие игры. Забудьте про передачу аккаунта, все пополнения только по ID или UID. Также вы можете пополнить баланс Steam или PlayStation. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Донатить в игры снова просто, ведь с donato.net донат есть. Ссылка в описании. Это твоя королевская битва. Что, Ритва, не мешай папе. Папе как хорошо? Так нормально? Смотри, так лучше или с кепкой? Спасибо. Иди, спасибо за вот. Полный контроль, блин! Не понял. Что? Что? Они в это добавили, в аук добавили! Они в аук добавили! Не знаю, какой-то кривой этот аук, вообще кривой. Они что, в аук добавили, блин? Они в аук улучшения добавили, друзья мои! Одна улучшалка всего лишь. Я не понял, у АУ... Фу, блин, у АУ... АУГа. О, нормально летит. У АУГа одна улучшалка? Я чат, что-то я не догнал. У него одна улучшалка? Я же только что подобрал улучшалку, почему она... Вот же у меня три улучшалки есть, почему они не улучшают? У меня три улучшалки есть, почему аук не улучшается? Вот у меня три улучшалки есть, почему он не улучшает? Он за киву улучшается. Аук без чипа можно улучшить. Вы что, угораете? Я уже сейчас в полном серьезе говорю, да? Что у нас в игре улучшается оружие без чипов. Да можно да в джойстик зайди в очко! Блин, тупая игра, блин, джойстик вылетел.
Понял. Аук улучшается за киллы. Гениально. Даже он не за киллы улучшается, а за выстрел в голову. Ну, опыт. Типа, набирается опыт, ты стреляешь, набирается опыт и улучшается. Я хочу посмотреть, как же себе аук будет на 3-м уровне. Гол наберем. Сейчас, давайте наберем 3000 лайков. Чат, еще вопрос такой, кто знает, какие еще оружия там улучшили или ухудшили? Кто знает, может что-то улучшили, может что-то ухудшили? Куда он ушел? И куда, и где это было? Я лично сейчас не увидел, куда она ушла. Плазму добавили, X. Плазму вернули. Да блин, плазма, блин, это вообще оружие что-то. Непонятное говно всегда было. Да что за плазма? Которая, типа, вот такой щит перед ним уходит, и там стреляешь, типа, такая плазма была? Новый персонаж добавили. Вот персонажа я бы испытал бы, вот персонажем я бы сыграл бы, интересно было бы. Я не понимаю, почему у меня на Е букву не выходит персонаж. Все, теперь выходит, блин. Кто? Откуда? Вы понимаете, как она... Вы видели, как я вблизи с нее стреляю? Вы что, гоните? Вы понимаете, сейчас он третий уровень будет, это вообще имба будет какая-то. Он очень круто играется вблизи. Ну, вблизи там, ну, средняя дистанция, не в упоре, имеется в виду. В средней дистанции она очень круто себя чувствует. Блин, они его реально улучшили. Аук, честно сказать, не особо играбельное оружие было в игре. Его в последнее время не особо, ну, я не видел, чтобы особо с ним кто-то играл. Но вот сейчас он реально играбельным стал. Если он сейчас третий уровень будет, это вообще имба будет, мне кажется. Тацую посфиксили. Типа он дольше, да, типа, или как, из-за чего? А что в Тацуе не так? Вроде все. Я вот сейчас пользуюсь Тацуе, вроде все так же. Что, угораете? Дурак что ли? Как раньше сразу же нельзя, братишка. Я понимаю, ты хотел сразу. Но как раньше нельзя сразу, братишка, ты там. Не, они что, имбу сделали что ли? Ее ухудшили? Вы что, гоните? Вы что, гоните? В смысле ухудшили, блин? На ней просто летит, я не знаю, как на что. Как что, блин? Я не знаю, как вы, чат. Но у меня
просто нереально. Пока что летит. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну, блин, за одну катку, конечно же, нельзя какое-то мнение складывать. Но все равно... Ну, без прицела, по крайней мере, летит. Ну, походу сглазил я, пацан. Кто сглазил чат? А ну-ка, признавайтесь. А, где он же там был? Кто сглазил, признавайтесь, уже не летит. На 15 секунд дольше восстановление танцую. Я тоже что-то заметил. Не знаю, мне нравится. Данный момент мне нравится. Не знаю, может... Данный момент, блин, нормально летит. Не знаю, как вам, ну, блин, неплохо. Мне нравится. Пока что нравится. Пока что мне нравится. Не знаю, что будет дальше. А что там перевернутый автомобиль? Ушак убери с него. Лучше будет. А что я поставлю? Сейчас в данный момент нету ничего, что я могу поставить вместо гушака. Пусть пока стоит гушак. Да, может из-за гушака тоже бывает, то, что не особо она. 42 урона в голову, понял? Изменит ТТХ обновление двойной вектор магазин плюс ТТТ плюс дальность. А, вектор улучшили, да? Кто-то тут передергивал. Понял? Понял, вы видели этот зажим? Вы видели? Даже не зажим, а оттяжку. Вы видели его оттяжку в голову? С дробовика с такого расстояния. Вы видели, что он сделал? Подожди, да, братан. Вы видели эту оттяжку, как он мне дал? У меня минус голова, пацан. А, ему тут байкер. Братишка, ты что-то перепутал. Ты что-то...
байтит меня, дурачок, блин. Ты чё вообще знаешь, кого ты байтишь, блин? Оленя ты голова. Сейчас донат чекнем. Здравствуйте, кажется, это я видел. Дальше что у нас в донате? Донат чекнем. Брат, салам алейкум, я то стич новый аккаунт сделал, турик или код открой. Зачем? Про наносич и можешь учет ауку. Да, да, я это заметил. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, тебе всем удачи и всем пока-пока.